Всем привет, друзья! Вы на канале «Мы в Канаде». Меня зовут Лена, и сегодня наше очередное видео, посвященное эмиграции в Канаду. Здесь вам будет интересно, и тема этого видео — насколько легко получить PR. Мы с вами пройдемся по основным цифрам, сколько вообще людей приезжает в Канаду, какое количество сейчас находится людей на временных визах, какие квоты на PR, и вообще, насколько это реально, какие программы сейчас уже, например, они, в принципе, есть, но выборки по ним не проходят, поэтому на эти программы стоит пока что, наверное, не обращать внимания, либо, скажем так, не надеяться только на одни эти программы. Поэтому, надеюсь, вам будет очень интересно. Если да, то обязательно не забудьте подписаться, поставить лайк, и давайте начнем. Пару слов о нас. Кто нас раньше не смотрел, мы семья из Украины, мы приехали в Канаду еще в 2021 году. Весь процесс эмиграции в связи с ковидом, все пандемии у нас занял больше 3 лет. Мы подавались, наверное, еще начали подготавливаться, вернее, в 2018 году, и подались мы на экспресс-энтри в 2019, соответственно, все это затянулось, и уже финальная наша виза миграционная нам пришла в 2021, и буквально за 2-3 месяца мы все собрали, все, что было, даже не за 2-3, даже вру, за месяц мы получили, вклеили визу осенью, и уже в декабре 2021 года мы залендились в городе Калгари, это провинция Альберта, и, в принципе, здесь мы на данный момент и проживаем всей семьей. Итак, перейдем теперь к теме нашего видео, а именно получение PR в Канаде. Я думаю, что тем людям, которые приехали, например, по программе QAED сюда, которые разочаровались, которые уже попробовали, но решили для себя, что это не их страна, я думаю, эта информация, в принципе, для них будет неинтересна. Для тех же, наоборот, который приехал сюда, который... Есть уже тут 2 категории, да? Кто-то хотел, но не получалось, и QAED таким стал, знаете, золотым билетом, потому что очень многие люди пытались, но не получалось, и благодаря QAED они сюда приехали. Другие же, наоборот, приехали просто попробовать, но, опять же, повторюсь, одна половина разочаровалась, другая очень-очень довольна. Из наших друзей, из наших знакомых, опять же, которые приехали сюда, то есть мы их знали до этого, и те люди, с которыми, наоборот, мы познакомились уже здесь, конечно, основная масса больше довольна, чем недовольна. Никто не говорит, что здесь легко. Я повторяюсь, цены, правда, выросли. Правда, очень дорогая аренда, дорожают продукты, и, в принципе, все дорожает, как и везде, но для многих людей все равно это лучше, чем, например, в Украине, лучше, чем даже в Европе, потому что некоторые, правда, ехали из Европы, то есть у них уже был опыт проживания, то есть уже была одна эмиграция. Вот, и тем не менее, очень люди довольны Канадой, теми возможностями, которые она дает, поэтому, наверное, это видео больше будет для тех людей, это информация к размышлению, для тех, кто хочет остаться, нежели для тех, кто уже решил, что нет. Поэтому, я думаю, нужно на это обратить внимание, потому что иногда мы думаем, что все легко и просто, на самом деле могут быть какие-то препятствия к получению PR, поэтому именно об этом, именно, скорее всего, о цифрах и пойдет речь в этом видео. Итак, по данным Statistics Canada, они провели, в общем, какое-то там, опять же, свои исследования, и они просчитали, какое количество людей на временных визах приехала с прошлого года, вот с июля, по, соответственно, этот июль этого года. Так вот, количество людей, которые приехали на временных визах, то есть сюда входят и study permit, и work permit, и люди, которые подаются на вот это вот статус беженства, то есть на убежище, то есть количество людей достигло 700 тысяч людей. И вы понимаете, что это, то есть, не сколько всего вот есть в Канаде, это только насколько вот приросло. Если говорить о, допустим, количестве на сейчас, то на данный момент уже находилось 1,5 миллиона людей. Соответственно, вот этот прирост, это уже сумма переваливает за 2 миллиона. И также они прогнозируют, что на конец текущего года количество людей на вот этих временных визах может достичь 2,5 миллиона. То есть мы понимаем, что когда говорят, вот это украинцы приехали, цены начали расти, вот, в общем, все виноваты. Мы понимаем, что это абсолютно неправда. Конечно, если мы сравниваем цифры, например, по визе QAED, то всего, да, людей подалось много, подалось больше миллиона. Насколько я слышала, последний отчет, там 800 тысяч уже получила аппрув, но въехало всего лишь 180 с чем-то там тысяч на данный момент за все время. То есть это не только вот за год, да, потому что виза уже у нас действует с прошлого марта программа, соответственно, уже 1,5 года, поэтому въехало всего лишь 185 человек, плюс вы понимаете, какое количество уже уехало, поэтому, в принципе, понимаете, что программа QAED в этом огромном количестве иммигрантов со всего мира, оно, в принципе, капля в море, это очень небольшое количество, которое, да, влияет, но не настолько критично.
Поэтому, как мы сказали, такое огромное количество людей на данный момент уже находится. То есть, повторяюсь, это люди на work permit, это люди на стадии permit. То есть, если мы, допустим, сейчас не говорим про COET, понимаем, что это люди, которые нацеленно пытаются иммигрировать в Канаду. Они не могут иммигрировать, например, по провинциальной напрямую, да, outland, то есть находясь в своей стране. Они не могут по каким-то критериям пройти по экспресс энтри, поэтому они сделали максимально все возможное, получили либо work permit, либо получили стадии пермит. Стадии пермит, конечно, это тоже отдельная история. Если вы, допустим, молодые, можете проплатить свое обучение, у вас получилось получить это разрешение на обучение, то есть это все отлично. Но лично наши одни близкие друзья, они, им еще тоже было до 30, потому что, я знаю, после 30 количество отказов вырастает очень-очень сильно. Вот, и они потратили очень много денег, чтобы получить эту визу. В каком смысле? В том, что они получали постоянно отказы, и, в принципе, никакой, как бы, аргументации они не получали такой, да, вот, существенной. И они тратили очень много денег на адвокатов, которые просто опровергали, да, переподавались еще раз, и в конце концов все-таки они получили этот стадий пермит. Опять же, для чего? Естественно, обучение им как таковое было не нужно. Люди просто пытались попасть в Канаду. Слава богу, у них получилось, они проучились и перевезли всю семью, уже получили PR, уже получили даже гражданство недавно. Вот, поэтому я говорю к чему, что есть огромное количество людей по всему миру, которое уже сделало, как бы, определенные шаги, чтобы получить тот же work permit, тот же study permit. И, естественно, из этих 2,5 миллиона, пусть не 100%, но, наверное, очень большой процент пытается здесь остаться. И, естественно, встает вопрос, какую программу иммиграции сейчас нужно выбирать. И логичнее всего, естественно, основной кусок, вот, скажем так, да, основной путь остаться здесь, это все-таки пройти по экономической программе иммиграции. Они, в принципе, все пути, как бы, попадания сюда, в Канаду, делятся, скажем так, таких три основных, да, это экономическая иммиграция, это семейная иммиграция, либо третья, это уже вот этот compassionate grounds, то есть это на вот этот гуманитарный путь, когда вы подаете на беженство, что, конечно, иногда очень-очень сложно, не все его советуют, поэтому я не иммиграционный консультант, но насколько, когда мы изучали этот вопрос, это такой очень тяжелый путь, и нужно быть уверенным, что вы правда его пройдете и выиграете, потому что нужно доказывать в суде, в общем, там тоже есть определенные нюансы, поэтому подчеркиваю, что COET — это не беженство, COET — это рабочая виза, да, и которая дает вам право, возможно, здесь работать и находиться. Поэтому, когда мы сравниваем, например, квоты, на которые вы можете, да, претендовать на иммиграцию в этом году, и мы сравним количество резидентов, которые находятся на временных визах здесь, то, естественно, картина не всегда радужная. То есть мы помним, что к концу этого года, по прогнозам, должно быть у нас 2,5 миллиона людей на вот temporary residence. И давайте посмотрим на цифры по... Я, кстати, оставлю эту ссылку, кому интересно, в описании, на количество квоты, которые вот наше канадское правительство ставило на 2023 год. Так вот, на 2023 год общее количество людей, которые они запланировали, чтобы они получили PR, это 505 тысяч. На следующий год у них таргет чуть поменьше, 485, на следующий год чуть меньше. То есть в эти 505, получается, тысяч входят... Все, и экономическая иммиграция, и family sponsorship, и вот остальные, вот этот compassion ground и так далее. И именно экономическая иммиграция, то есть это программы по экспресс-энтри, по провинциальным программам во вход, вот эти вот программы, которые Atlantic Pilot, например, Startup Visa, то есть Business Immigration, то есть это все-все-все входит в вот этот вот экономическую часть иммиграции. Если мы посчитаем именно по экономической части, то цифра получается в два раза меньше, то есть там 260 либо 280 тысяч, всего лишь квота на год по экономической иммиграции. Естественно, family, она примерно плюс-минус равна, 270 это экономическая, а family 118, потому что сюда входят уже, естественно, члены семьи, либо родители, смотря какая программа. Вот, и по вот этим compassionate grounds там 16, плюс refugees 93, и вот всего вместе нам как раз это и дает вот эти вот 505 тысяч, соответственно, мы понимаем 2,5 миллиона в стране, и 260-280 мест на этот год на экономическую миграцию. Поэтому, когда говорят, что да, вот у меня еще много времени, я пройду, нужно быть очень внимательным с этим, нужно заранее подготавливаться к языку, нужно понимать, что вы не только конкурируете, да, вот, как бы, не то чтобы с самим собой, неправильно, то есть вы конкурируете реально со всем вот этим пулом, да,
иммигрантов, которые здесь уже находятся, плюс не снимайте с учета людей, которые находятся Outland, они точно так же могут претендовать на эти же места, например, точно так же, как эмигрировали мы, то есть мы эмигрировали еще находясь в Украине. Поэтому обязательно, мне кажется, что посоветуйтесь с хорошим иммиграционным консультантом. Опять же, я никого не как бы рекомендую, да, то есть у меня никакой рекламы здесь нет, просто пусть это будет какая-то консультация с каким-то толковым человеком, который вам подскажет, реально ценит ваши шансы, потому что, например, очень часто многие нацелены, например, на такую программу, как Canadian Experience Class. То есть, да, это очень неплохая программа, она была через Express Entry, нужно было там тоже минимум один год, неплохой язык, и, в принципе, все было неплохо. Раньше, допустим, в период пандемии эту программу очень-очень часто проводили по ней выборки, потому что это было логичным, так как границы закрыты, все набирали людей из тех уже, которые находятся в стране, то есть пополняли запасы мигрантов именно из тех людей, которые уже здесь. То сейчас, наоборот, вот, например, эта программа, то есть это Canadian Experience Class, повторяю, выборок по ней уже не было с сентября, по-моему, 2021 года, то есть уже практически 2 года выборок не было, поэтому обязательно мониторьте, обязательно смотрите, и нужно понимать реально, куда, на какую программу вы подаетесь, потому что на данный момент реально мы видим, что ситуация такая, что реально народу очень-очень много, и несмотря на то, что как бы Канада всегда повышает ставки, мы видим, что людей приезжает очень много, и, в принципе, даже если она никого не будет приглашать извне, то вот это количество людей, которое у нас сейчас есть, математика простая, мы понимаем, что даже если она будет выбирать и давать резидентство тем людям, которые в стране, то на 6-7 лет, в принципе, она уже себя обеспечит, вот, чтобы покрыть все вот эти квоты. Также к чему вот приводит вот это увеличение количества временных резидентов? Потому что те, кто находится на ворк-пермитах, они не успевают податься, например, не успевают конкурировать с другими участниками вот этих же программ, каких-либо иммиграционных. Соответственно, они вынуждены продлевать, например, свои ворк-пермиты, либо подаваться на вот этот LMIA, который нужен для работы, либо же они идут, поступают на учебу, да, то есть они платят дополнительные деньги, чтобы здесь остаться. После учебы точно так же есть возможность подачи на вот этот PGWP, то есть это Postgraduate Work Permit, то есть это тот документ, на основании которого вы можете еще остаться здесь, например, на следующие 1,5 года, чтобы иметь возможность поработать, да, и закрепиться, и остаться в стране, потому что, в принципе, стадия Permit, ты отучился, да, и до свидания. Поэтому есть очень много путей остаться в этой стране, и реально очень много людей хотят остаться в этой стране, поэтому, когда мы видим вот этот весь поток негатива, как здесь плохо, опять же, я не говорю, что здесь идеально, но для многих людей эта страна была мечтой, она и есть мечтой, и многие люди делают очень много для того, чтобы сюда попасть. Опять же, сейчас немножко с Украиной у нас другая история, потому что люди, в принципе, так, вынуждены были сюда приехать, вынуждены были найти какое-то спокойное место, но, опять же, нужно учитывать то, что место, правда, дорогое, здесь просто так вот сидеть, ничего не делать не получится, здесь реально нужно работать, и работать много, и пытаться найти хорошую работу, потому что не потерять свой какой-то доход, и не потерять свой, как бы, да, не слишком просесть в вашем, скажем так, уровне жизни, стиле жизни, и ничего не делать здесь не получится. Нужно реально много работать и пытаться всегда найти какие-то пути, где вы можете больше и лучше заработать, потому что на самом деле, да, жилье дорожает, и на обычную зарплату здесь, правда, очень тяжело прожить, особенно если работает кто-то один. Мне кажется, это вообще из серии вот нереального. Ну и напоследок еще немножко цифр, я думаю, будет интересно. В общем, естественно, большое количество прироста временных резидентов приходится на 3 крупных провинции, что и ожидаемо, это Онтарио, Квебек и Британская Колумбия, здесь наибольший процент прироста. Вот, в принципе, в Онтарио, например, только в этой провинции количество людей за год выросло на 1 миллион, то есть практически вот, да, половина всего этого прироста пришлось на Онтарио. Ну, а если говорить, например, отдельно за нашу провинцию, говорить про Альберту, то именно в Альберте, да, если мы сравним не количество людей, а если мы сравниваем вот именно процент прироста, да, то есть сколько было и сколько стало, то в зависимости от этого именно Альберта занимает первое место, потому что здесь вот этот процент прироста, он был самый наивысший по сравнению с другими провинциями. Поэтому, в принципе, да, Альберта здесь лучшая зарплата, здесь относительно Монреаля, например, Ванкувера и Торонто здесь дешевле рента, здесь меньше налоги, и вот это все, наверное, в принципе, привлекает людей, но то, что аренда тут дорожает, в принципе, я рассказывала. Ну и, как мы знаем, да, летом у нас Канада достигла пика своего количества населения, то есть это 40 миллионов, такая
серьезная цифра для Канады. Естественно, вот наши все вот это влияет к тому, что еще больше и больше людей пытается приехать в Канаду, пытается получить здесь пиар и остаться. Поэтому, повторяюсь, кто хочет, для кого Канада остается мечтой, не сидите, учите язык, повышайте свою, скажем так, конкурентоспособность, чтобы вы могли конкурировать с другими кандидатами. Не забывайте проконсультироваться, очень советую, с каким-то консультантом миграционным, который вам подскажет, есть ли у вас, правда, шансы. Потому что одно дело просто подходить под программу и иметь возможность на нее податься. То есть иногда податься это еще не означает пройти. То есть можно просто податься и болтаться в этом пуле, например, как в экспресс-центре, да. То есть вы такие, да, у меня есть опыт, у меня есть там английский минимум, я молодец, я подался. То есть вы можете податься, но вы можете там провисеть через год, вам нужно будет обновлять профиль. И как вы можете там быть, и ничего не произойдет. Поэтому обязательно изучайте программы, мониторьте. Я желаю, чтобы у всех, кто хотел в Канаду, это получилось. Вышло, вы остались довольны, и ваша мечта сбылась. Поэтому у меня на этом все. Если вам было интересно, обязательно подпишитесь, напишите что-то хорошее мне в комментариях. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!